Главным образом требуется обслуживающий персонал. Однако в последнее время в связи с демографическим подъемом в число наиболее востребованных профессий вошли педагоги. Центр занятости населения 21 июля организует мини-ярмарку вакансий для работников образовательной сферы. Они смогут получить консультации от специалистов и напрямую встретиться с потенциальными работодателями. На сегодняшний день очень много вакансий у нас педагогических работников. То есть, например, у нас около 300 специалистов в области образования – это вакансии. И всего 12 безработных граждан, которые имеют соответствующее образование. Именно поэтому мы проводим ярмарку вакансий для педагогических работников, чтобы заполнить существующие вакансии, чтобы работодатели могли поговорить с гражданами на месте. И потому что потребность в школах у нас как в сельских, так и в городских. Не каждый человек может поехать в село для того, чтобы пройти собеседование. Поэтому мы приглашаем сюда работодателей, чтобы на месте можно было убедиться в том, что эта работа подходящая. Всех желающих ждут завтра с 11 до 12 часов на территории Центра занятости населения по адресу Анапа, улица Калинина, 12А.